It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they'd come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you, you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Длинноногая мамочка, иначе именуется как Эксперимент 1222 или Мари Пейн. Игрушка, произведенная компанией Playtime Corporation, которая дебютировала во второй главе Муха Паутини, паутине в качестве главного антагониста. Мамочка длинноногая, большое стройное существо, похоже на Хаги-Ваги, но с более человеческими чертами, хотя в то же время и имеющее сходство с пауком. Она розового цвета со спутанными похожими на лапшу волосами, которые собраны хвост с помощью голубой резинки для волос. Ее лицо украшивают пластиковые зеленые глаза с тремя ресницами на каждом глазу. В отличие от Хаги-Ваги, у которого есть функционирующий набор органических челюстей, рот мамочки длинноногой полностью полый и украшен розовой помадой более темного оттенка. А наличие носа отсутствует. Ее тело состоит из маленького угловатого туловища и нижней части тела, окрашенного темно-розовый цвет. В отличие от паука, у нее всего четыре конечности, и все они очень эластичны, что обеспечивает ей большую подвижность. Согласно заявлению в переводе, она способна вытягивать эти конечности на сотни футов. Ее руки заканчиваются двумя ярко-красными перчаткообразными руками с пятью пальцами ноги заканчиваются двумя ярко-красными сапогами. В своей агрессивной форме длинноногая мамочка принимает ненормальный и пугающий вид. Все ее тело становится истохшим и покрытым грязью. Ее глаза становятся полностью расширенными, и она больше не моргает. Ее волосы скручиваются и искажаются, а руки превращаются в удлиненные когти. Она также будет изгибать свое тело под еще более неестественными углами. Во время сцены ее смерти видно, как длинноногая мамочка брызжет кровью, когда ее раздавливает машина, что подтверждает, что она органическая по своей природе, как и Хаги-Ваги. Игрушка Мами Лонг Лекс была создана в 1991 году и рекламировалась использованием ее уникального эластичного пластика. Было подтверждено, что ее живой аналог был экспериментом, в одном из файлов запроса на передачу выяснилось, что мамочка Дленогая была субъектом эксперимента, находящимся под опекой Playtime Corporation, под псевдонимом Эксперимент 1222, ее прежнее имя ⁇ Мари Пейн. В документе выяснилось, что мамочка крайне враждебно настроена по отношению к работникам фабрики, но по-матерински заботливо и даже защищает других испытуемых. А, я, я только сейчас понял, что она никак не заботилась о... Испытуемых таких, таких же, как она, так как после того, как мы выигрывали в ее играх, она подвешивала и даже, по-моему, убивала э, своих сородичей на главном зале, где мы, собственно говоря, проходили. А эту информацию я, кстати, брал с одного сайта. Я оставлю ссылку в описании. Мамочка может быть в какой-то степени осведомлена о своем прошлом как человека и о том, как ее экспериментировали в игрушку, затаив обиду и ненависть к людям, которые ее преобразовали, и стала сочувствовать экспериментам, которые прошли тот же процесс, что и она. Ее материнская личность распространяется на детей, поскольку в документе говорится, что помимо повышения ее морального духа, маловероятно, что мама станет враждебной перед ними. Ее враждебность к ученым также распространяется на любых работниках, связанных с Playtime Corporation, независимо от их рабочего положения. Так, собственно говоря, вот и мои комментарии. Конечно, видео вышло меньше, чем предыдущее, но от этого она не хуже. Опять же, тут будет лично мое мнение, субъективное, так что не ругайтесь. Как и говорится в видео, мамочка это человек над которым вели эксперимент и по, око... и по окончанию эксперимента, который, ну, видимо, был очень больно, но как видимо, ее тело переносили в ее органы переносили в игрушку, это наверное было безумно больно и Короче, я полностью отдаюсь этой теории, так как она более правдоподобна и более интересная, так как разъясняет много о мамочке, о ее психике, например. Ладно, ладно, долго нести чепуху не буду, так что спасибо за просмотр и всем пока.